Ситуации с распространением коронавируса в Азербайджане, согласно сообщению оперативного штаба, за прошедшие сутки зафиксировано 159 новых случаев заражения коронавирусом, 332 человека вылечились, 5 пациентов с положительным тестом скончались. Проведено порядка 8 тысяч тестов. Тем временем в стране продолжается процесс вакцинации, который прошли уже 70% медицинских работников. Прививаться от коронавирусной инфекции медики начали 18 января. Большая часть наших медработников, как врачи, так и медсестры, уже привиты от COVID-19. Процесс этот длился до 1 февраля. Теперь же проводится вакцинация граждан старше 65 лет.